Может такое вообще быть? Ну, быть чувствовать себя комфортно в своей одежде в первую очередь. Ну, то, что касается чистоты, это само собой, когда волосы чистые, легкий макияж, руки ухожены, чистая обувь. Это в первую очередь уже вот визитная карточка. Можно одеваться. Наши родители, да, они тогда не было ни денег, ни возможности одеться, но они всегда старались выглядеть как, да, всегда были чистенькие, сами себе шили, если нет возможности. Очень многие сами себе шили. Поэтому хочешь жить, умей вертеться. Не умеешь зарабатывать, шей себе, не умеешь шить, елки-палки, научись. Не умеешь, иди работать, зарабатывай миллионы, иди спускай их в ЦУМ. Поэтому либо одно, либо второе, либо третье. Если ты будешь тупо сидеть на диване, лежать или плевать в потолок, на тебя не упадет красивая одежда, на тебя не упадет путевка на Мальдивы. И просто так тебя не придет принц и не заберет замуж. Ты должен что-то для этого сделать. Поэтому мой совет не сидеть на месте, крутиться, вертеться, вращаться, идти вперед, быть открытой, позитивной. И твое тебя найдет и встретит относительно всего. Мужчины, одежды, какие-то события, желания.